Биотурнир – студенческая команда соревнований по решению современных научных задач. Цель проведения – профессиональная ориентация выпускников вузов и привлечение студентов к решению реально существующих проблем. Турнир проходил в формате дебатов. Участники дискутировали над определенной темой и отвечали на вопросы оппонентов. Биотурнир – это командное соревнование ребят, которые заранее готовят задачи на какие-то биологические тематики, например, биотехнологические или связанные с фундаментальными проблемами биологии. Оценивают ребят эксперты, которые являются либо учеными, либо какими-то представителями компании. Они смотрят на то, как ребята решили, собственно, сами задачи, о том, как они представили, насколько проработан материал. К участию в биотурнире были приглашены студенты высших учебных заведений из различных городов России. В научном бое участвовали 3 команды, остальные были наблюдателями. В каждой команде был капитан, распределяющий остальные роли. Наша команда первый раз участвует в подобных турнирах. Это было очень интересное для нас испытание, и моральное, и физическое, и испытание наших умственных способностей. Мы, конечно, использовали научные статьи. В биотурнире было 6 задач на абсолютно разные темы, начиная от физиологии, заканчивая удобрениями. И необходимо было найти самое верное и правильное решение. Мы использовали научные статьи и некоторые источники, и также нам в некоторых задачах помогали наши преподаватели, за что мы им очень благодарны. Победителем стала команда Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Второе место занял Уфимский университет науки и технологий. Почетное третье – Казанский федеральный университет. Победители будут представлять свои учебные заведения на турнире в Пущино. Тимур Симонов, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.